Диана, у тебя прекрасный вокал, ты прекрасно поешь, и я знаю, что ты шла очень долго для того, чтобы добиться этих высот. Что ты можешь пожелать нашим зрителям? В первую очередь я бы, конечно, хотела пожелать, чтобы в новом году у всех были новые, незабываемые, головокружительные знакомства и встречи, потому что без этого жить неинтересно. А мимо Нового года зимой есть еще один прекрасный праздник, который называется Рождество. В Рождество сбываются все мечты. И случаются самые неожиданные сказки и сюрпризы. Диана Юдельсон, When the Angels Came. Taking each day as it comes, can't look too far ahead.